Нет, мы не подписи. Собака вас ненавидит. Он уже там, он уже у ларька. Нет, тот парень, который... Где вчера? Вон он идет уже. Где? Вот. А, вот. Сейчас, за девушкой. Так, тогда я начну рассматривать сейчас. Да, главное, чтобы на соседний балкон не упало. Я очень ожидаю этого момента. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы снимаем передачу «Россия для русских». И сейчас я из-за своей лени пытаюсь заставить Павлика купить мне «Смешно маши руками». Ну что, итак, первая часть. Я должен запустить эту хуйню вниз. Давай, раз, два, поехали. Небольшой ветер меняет мои планы. Блин, точно. Опусти чуть пониже. Он пытается отмотать. И так почти все получилось. Сука, блядь. Я хочу харкнуть. Он размотал, кажется, пакетик. Сейчас вторая стадия эксперимента. Он должен сказать «поехали». Да, он должен сказать «поехали». Сейчас он, смотри, сейчас зацепляет он в данный момент булавкой, скрепкой пакет, и мы начнем вытягивать. Дорогие дамы и господа, я не знаю, вот так вот вытягивать, разматывать или... Да нет, это просто да, так да. Минуть. Значит, я руками вот так. Так, мне... А, блядь, слушай, у меня такое ощущение, что нам сдачу принес или не вынул те копейки, потому что довольно-таки... Он не вынимал копейки. Что ты? Лень, там, конечно, довольно-таки тяжело. Возможно, я не справлюсь. Заткнись, подожди. Сейчас, блин, соседи украдут сиги наши. Так, осталось немного. Да подожди, убери руки, это до беды довезет. Так вот. Даже две пачки! Победа! Метро в другой стороне! У него машина. Да, получил свои пачки сигарет, да? Всем спасибо. Это была передача «Ленивые ублюдки». С вами доставали сигареты без помощи ног на улице. Итак, приходите к нам в следующей серии передачи. Я хочу в туалет, но мне лень встать. Мне нужно подмыться. Я забил на это несколько часов назад. Так что не переключайтесь.